там есть положительная динамика в продвижении. Успех в военных действиях будет достигнут, когда мы выполним цели, которые поставлены Верховным Главнокомандующим в ходе специальной военной операции. Хотя тактические успехи, безусловно, тоже очень важны. Они достаются достаточно дорогой ценой, ценой фантастического героизма наших бойцов. Поэтому это еще один повод для нашей гордости за тех наших ребят, которые на месте не жалеют ни своей жизни, ни своего здоровья для того, чтобы эти тактические успехи нам дарить. Смотрите, Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров. И президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность. И, безусловно, достижение наших целей мирными политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом. Но в условиях, когда закон Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами каких-то диалог, и в условиях, когда западники очевидно не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится. Подразделение ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Солидара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Солидара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер». The town is under the control of the Russian Federation. There are fierce battles going on now. You have just shown on the screen actor Dmytro Lenartovich, a Ukrainian hero. There is intense work in progress, aimed at making the most effective military decisions, which allow us to stabilize the situation with maximum impact for the enemy and minimum losses for us. They are looking to buy ammunition anywhere, because the intensity of the battles can be compared with the World War II. Зрівняна хіба що з Другою світовою. Ну, можна і треба. We can and must counter the Russian attacks with a new level of modern military technology, which Ukraine can receive from its partners. I am grateful to all the leaders who support us and for their understanding that it is the right time for new and powerful decisions, new powerful support. The free world has everything necessary to stop the Russian aggression and to bring about a historic defeat for the terrorist state. And this is important not only for us, this is important for global democracy, for all those who value freedom. This is important even more so when Russia is gathering forces for a new escalation.